7.00. Сделал куриные котлетки. Такие, правда, большие. И вот один кусок хлеба. Ну, такой приличный кусочек. Морковь по-корейски. Котлету я пополам разрезал. Куриную. И немножко ткемали сверху. Чашечка черного зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита. Удачного дня. Девять пятнадцать, мой перекус. У меня сегодня пол лаваша, и внутри грибы с лучком в сметане, тушеные, очень вкусно. И чашечка черного кофе натурального, арабика Бразилия Сантос, и пол ложечки сахара добавляю. 14.00, на обед у меня рагу сегодня. Рагу с грибами, горошком, лучок, морковка, капуста, картошка. Очень вкусная, красивая рагу овощное и свекла по-корейски, капуста пекинская по-корейски. 18.00. У меня на ужин сегодня пшено. Давно не кушал пшено. Творил тут, получается, 170 грамм пшена отварного, оно обычно 190 килокалорий на 100 грамм. То бишь тут, если по 100, это 170 килокалорий на пшено. И куриное крылышко. Тут больше кости и кусочек мяска. Все это ткемали я покрыл, и квашеная капуста. Вот такой вот ужин симпатичный. Желтенький. Приятного всем аппетита. 21.00, мой вечерний перекус, одно яблоко, голден, среднего размера, и не уследил, поэтому пол чашечки кефира. Обычно я целую пью, но вот что-то вот прозевал, что у меня заканчивается кефир, и вот у меня хватило, нацедил на пол чашечки. 2,5% жирности. Всем спокойной ночи, удачного похудения. Нас на ютубе под хэштегом «Жирукопять». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.